Война ужасная вещь. Вот когда я шел по городу с мамой, ну, когда мы там в центре сидели в подвале. Так вот, мы шли, когда я увидел город, мне захотелось залезть под стол. Все дома большие, такие возле драмтеатра были, выгоревшие. Они были красивые очень, с подсветкой. Помню, драмтеатра нет. В общем, война ужасная вещь. Это я говорю всем. Нас кормили солдаты. Они нам давали хлеб с полевой кухни и масло. И они нас кормили, один раз даже паштет дали. Я одному там подарил танк и сказал, что он им поможет быстрее закончить сражение. Ну вот мы ушли отсюда 8-го. Баскетболист был. Баскетболист, это я позывной заучил. Солдаты ДНР были. И они нас кормили, реально. Да. Да, они нам приносили еду, это правда, я свидетель. Я это видел. Я боюсь всегда. Вот я не привыкаю к этим хлопкам, что они отлеты, что прилеты. Но больше все равно боюсь прилетов. И от каждого выстрела я пригинаюсь. Потому что я очень боюсь своего. В общем, хочу сказать, война ужасная вещь. Никогда не повторяйте такое. Война самое ужасное, что есть в мире.